район. Как видите, у нас тепло, в парке замечательно. Многие одеты, многие также в футболках, как и я. Катаюсь вот. Попробуем назад. Вот, друзья, открываюсь грецкими орешками. Яблочко съела. Грецкие орешки мне посоветовала одна блогерша замачивать. Я, естественно, загуглила. Действительно, замачивать орешки — это круто. Орешки становятся очень нежными, очень классными. Я их замочила на ночь. А утром разогрела духовку, выключила и поставила их туда сушиться. Что вам сказать? Это очень вкусно. Это намного вкуснее, чем орешки жареные, чем орешки... Просто я сырые ела. Они такие нежные становятся, сладкие, вкусные. Так что очень даже рекомендую замачивать орехи. Рекомендуется замачивать все орехи, которые вы едите. Это действительно вкусно. Я не знаю насчет других орехов, я ем только грецкие орехи. Это вкусно, это действительно вкусно. Вот они у меня вот в таком контейнере, вот с крышечкой. Беру с собой 60 грамм орешков, этого достаточно. И вот так вот открываюсь. Вот посмотрите, какая картинка передо мной. Красота парка.
красиво очень. Сегодняшний день просто сказочный. Сижу, отдыхаю. Вот. В узких брючках, на коленнике сверху. Ой, какой же день чудесный. Просто раз чудесный. Катаются роллеры. Тоже взрослые. Дети. Здорово.